Хотите историю про любовь? Это случилось не так давно. Куда тебе? До Владивостока. Чего у тебя стряслось-то? Убил я его. Так получилось. Ренат, ну помоги. Поживи пока здесь. Ты вылитый Роберт Паттинсон. Ты что здесь делаешь? Это моя комната. А ты? Я когда увидела тебя первый раз, я подумала, вот он такой же, как и я. У тебя же все есть, у меня это ни хрена. Приличная девочка из хорошей семьи ищет приключения во Владивостоке. Ты где была? Больше быть с тобой не хочу. Дружище, давай полегче. Ты свое еще получишь. Может, можно как-то из страны? У меня есть знакомые. Они в километре от берега перегружают корейцам крабов. Поможешь ему, попадешь в Корею. Привет, что ли? Мужик серьезный. Нафига ты с ним вообще связался, а? Погранцы по левому борту. Не повезло вам, ребят. Корея закрыла все свои морские и сухопутные границы. Эпидемия. Мне-то что делать? Не знаю, ведь жизнь, она, вон, видишь, какая странная. Пока менты поймут, что к чему, ты уже далеко будешь. Загранпаспорт тебе нужен. А тебе я сейчас должок верну. Ты что, предлагаешь ограбить его? А что ты хочешь? Спрятаться, отсидеться. Только дернитесь! Ты так всю жизнь не отсидишься. За все в этой жизни надо платить. И чем дольше не оплачивать счет, тем выше становится цена. Очень много случайностей в истории.